Друзья, доброе утро. У нас Виталий на мостике номер один. Поймал двух карпов, да? Амура одного и карпа. А, амура одного и карпа. Отлично. Ночью днем клевало? Амур в 3 часа ночи, а карп в 6 утра. Угу, превосходно. Ну да, амурчик на трешку с чем-то. Нормально. Да, 3 кг. Ну, потом завесим, больше уже завесим. Отлично. А, вот ты как раз в угол и бросаешь сюда, да? Как раз там я рыбу зарыбляю, ребят. Вот Виталий отсюда поймал. Я сейчас еду, ребят, по дамбе. Что-то крупное такое ушло. Будучек там, там. Утро вообще замечательное такое. Красота, наслаждение. Вообще порядочек. На пруду у нас сколько? Рыбаков, наверное, 8 примерно. Превосходно. Ты счастлив, Виталий? Да, отлично. Да? Красиво на пруду, да? Да, вообще шикарно. Превосходно. Вот на это все ты ловишь, да? Или пробуешь на это ловить, да? Ловишь. На кукурузу? Поймал на пупах. А какой пупах? Амур. Шелковица. А карп на кукурузу, на обычную. Вот так. Отлично. Отлично, молодец. Ну, будем ловить дальше.